Здравствуйте, в эфире программа «Словом и делом» в студии Рафик Исаев. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Жалоба президенту заставила специалистов решить проблему в Череповце. Проезжую часть на улице Новаторов обещали привести в порядок. Были обращения, будут и поручения. При подведении итогов проекта команда губернатора, ваша оценка чиновников, обязали провести работу над ошибками. Подготовку к первой поездке за границу можно начать с посещения портала госуслуг. Наши журналисты выясняли, как без лишних формальностей оформить загранпаспорт. А начнем нашу программу с актуальных новостей. Проблема проезда череповчан к своим домам на улице Новаторов будет решена. Такое заявление сделал заместитель губернатора области Виталий Тушинов. Вопрос ремонта чиновник обсудил с местными жителями во время визита в Череповец. Напомним, жалобами на плохое состояние дороги горожане обращались к президенту страны. Сейчас этот вопрос находится на контроле областных властей. Как показала проверка, претензии, прозвучавшие ранее от жителей в адрес администрации города, частично были обоснованы. Сейчас дорогу начали регулярно чистить. Весной здесь должны провести подсыпку шлаком и установить водопропускные системы, а летом проезжую часть обещали покрыть асфальтной крошкой. Отчитались в Минстрой с ошибкой. Специалистов фонда капремонтов и департамента строительства Вологодской области обвинили в передаче некорректной информации. Как утверждает правительство области, именно поэтому по итогам 2016 года Вологодчина оказалась в числе аутсайдеров с показателем 47% от плана. По результатам проверки стало известно, что отчетность была предоставлена с нарушением порядка заполнения табличных данных. Это привело к математической ошибке при выведении итоговых данных, которые были озвучены на совещании в Москве. Как уверяет зам губернатора Виталий Тушинов, на данный момент план выполнен на 98,2%. Из 446 домов отремонтировано 438. Решить проблему без участия чиновников и полицейских. О развитии школьных служб примирения в регионе посвятили конференцию под председательством детского омбудсмена. Определенный опыт работы таких служб уже накоплен в Череповце. В городе на Шексне они созданы в 18 школах. Медиативная практика применяется и в других районах Вологодчины. Ее базовыми принципами являются равноправие, взаимоуважение сторон, конструктивное поведение во время конфликта. Уметь нужно и правильно погасить конфликт. Итоги проекта «Команда губернатора. Ваша оценка» подвели на Вологодчине. В правительстве области огласили результаты, назвали лидеров и аутсайдеров среди районов и региональных органов исполнительной власти. Те, кто не заслужил доверия населения, должны будут провести работу над ошибками и подготовить программы развития. А лучших наградили, в том числе, новой должностью. Подробности в следующем сюжете. Абсолютный рекорд за 5 лет. Именно так организаторы проекта оценили активность вологжан во время голосования. Всего было выставлено более 400 тысяч оценок. В интернете отдано почти 115 тысяч голосов. Их количество увеличилось в 6 раз в сравнении с 2012 годом. Именно тогда проект стартовал впервые. Кроме того, деятельность органов власти анализировали 460 независимых экспертов. Это не только обратная связь. Это еще и способность населения участвовать в ключевых моментах управления областью. Ведь в этих решениях сокрыты и кадровые решения. Мы с вами знаем, как развиваются карьеры и вверх, и вниз в результате народной оценки, получаемой по итогам проекта «Команда губернатора. Ваша оценка». В свое время низкие оценки стали причиной кадровых перестановок в департаменте здравоохранения. Об этом напомнили во время старта проекта «Команда губернатора. Ваша оценка», который был объявлен в конце января. Но в этот раз чиновники от медицины оказались в середине рейтинга. В отрасли реализовывалось ряд мероприятий, направленных на техническое переоснащение отрасли, на решение кадровых вопросов, на внедрение новых технологий. Возможно, все это повлияло той самой причиной, по которой вологжане оценили достаточно хорошо или высоко отрасль здравоохранения. Выяснилось, что самой критикуемой в жизни вологжан является сфера коммунального и жилищного хозяйства, в частности, Государственная жилищная инспекция, департаменты строительства и дорожного хозяйства. Были свои аутсайдеры и среди районов области. Крутым пике отметился Сокольский район. Возможно, повлиял коррупционный скандал. 2016 год для Сокольского муниципального района был положительным год. Все показатели у нас идут вверх. Но то, что случилось с моим первым заместителем в средствах массовой информации, вы все читали. И, конечно, я еще думал, что мы будем намного ниже. Сокольчане адекватно проголосовали.
Но, несмотря на это, район оказался на 24-м месте из возможных 28. Три последних строчки остались за Кичгородецким, Верховашским и Бабушкинским районами. Их главы должны до конца года изменить структуру органов власти, определить направление социально-экономического развития и встретиться с местными жителями. Большой список поручений получили и руководители непопулярных региональных органов власти. Я очень вас прошу по тем поручениям и тем наказам, которые мы получили от нашего населения, сформировать список поручений по каждому муниципальному образованию. Все, что касается регионального уровня, по каждому обращению будет тоже сформирован перечень поручений для их исполнения, реагируя на обращения наших граждан, наших волокжан. Только в рамках проекта поступило 59 предложений в областное правительство, еще 35 приняли в 11 муниципальных образованиях области. Что касается рейтинга, лучше всего оценили работу власти в Кадуйском районе, затем идет Шекснинский, далее Кирилловский, а на четвертой позиции оказался Череповец. К слову, один из лидеров голосования, глава Шекснинского района Евгений Богомазов, получил приглашение работать в областном правительстве. Я принял решение и сегодня публично в рамках проекта приглашаю Евгения Артемовича Богомазова на должность заместителя губернатора Вологодской области по внутренней политике. На новом месте Евгению Богомазову можно будет равняться на департамент финансов. Именно он возглавил рейтинг органов исполнительной власти, а значит, получил высокие оценки не только экспертов, но и других жителей области. Нужен загранпаспорт? Начинайте его получать прямо сейчас. Оформить заявление, не выходя из дома, можно в режиме онлайн на портале госуслуг. Подробности далее. Загранпаспорт дает множество возможностей для совершения новых открытий за пределами России. Получить его можно в несколько кликов и за пару шагов с помощью портала государственных услуг. В перерыве между парами педагоги могут немного передохнуть или же использовать свободное время с пользой, как это сделала Светлана Белунова. Преподаватель колледжа уже сейчас готовится к будущим длинным каникулам. Планов много, но первое, с чего стоит начать, это оформление заграничного паспорта. В этом году мы с сыном решили немножко попутешествовать. В мире всего столько интересного, что хочется показать ему хотя бы немножко. А чтобы наши планы осуществились, нам нужно оформить загранпаспорт. Так как в течение недели свободного времени практически нет, поэтому я решила воспользоваться возможностями портала госуслуг. В принципе, все пути по оформлению документов выполняются достаточно просто. Подать заявление на сайте госуслуг действительно не составит труда. В специальной вкладке нужно ввести данные паспорта, выбрать цель получения документа, написать, чем занимались последние 10 лет и ряд других данных, а затем нажать «Отправить», и заявление получат специалисты отдела по вопросам миграции УМВД. Мы его проверяем и отправляем гражданину приглашение. В этом приглашении ему написано определенное время, определенный день и список документов, а также реквизиты для оплаты государственной пошлины. А в это определенное время, в определенный день гражданин к нам приходит с готовым пакетом документов. Желающим получить загранпаспорт останется только прийти в назначенный час, чтобы сверить данные онлайн-заявления с фактическими документами, а также сфотографироваться и оставить отпечатки пальцев для паспорта нового образца. Я помню предыдущий период, когда мы получали старые паспорта. Это были значительные очереди в старой миграционной службе. Это нужно было потратить уйму времени, чтобы правильно заполнить документы. Сейчас портал он позволяет только точные данные заполнить и подсказки дает на нем. Очень удобно и оперативно, мы очень довольны. С момента подачи заявления на портале госуслуг и предоставления документов в отдел миграции до получения готового паспорта обычно проходит 20 дней, говорят специалисты. С помощью сайта с начала года загранпаспорт получили уже больше 500 человек. При этом на портале госуслуг можно получить не только заграничный документ. Это выдача и замена внутреннего паспорта гражданина Российской Федерации, выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющая личность за пределами Российской Федерации, в том числе содержащие электронные носители информации, адресно-справочная работа, регистрационный учет граждан Российской Федерации и оформление приглашений на иностранных граждан в РФ. Значит, удобство заключается в том, что вы не находитесь в очереди, вас приглашают в определенное время, вы сдаете необходимый пакет документов, который у вас уже заполнен. По истечению необходимого времени в личный кабинет заявителя придет еще одно приглашение – прийти уже за своим загранпаспортом. И все, можно открывать для себя новый мир. На сегодня это все. Программа «Словом и делом» прощается с вами до следующей встречи. В студии работал Рафик Исаев. Будьте в курсе важных событий.